Честностью. Еще раз честностью. Больше ничего не надо от него. А все остальное приложится. Во-первых, честным, трудоспособным. И чтобы обязательно выполнял все то, что он наобещал. Сходил, посмотрел, а не просто он болтовней, извините, занимался. И чтобы в конце концов наш город был не нищим, а богатым. И чтобы у нас, у молодежи, была работа, это самое главное. И чтобы они могли жить, детей растить спокойно. Вот это вот самое главное. Честный, благородный, думаешь о народе, о своем коллективе, о городе. Как я. Честность должна быть, работоспособность, профессионализм. Порядочный, наверное, умный. Какие качества? Честность главное. Ну и порядочность. А что еще сказать? Больше не знаю. Я не политик. Образование важно. Вот. Ну, работоспособность, ну сейчас все рабочие. Все работоспособные. Вот. Плохих людей, наверное, не берут никуда. Из слоев населения именно таких средних слоев. То есть, чтобы понимать людей. А если он как бы за элитный, так сказать, из элитного общества, он просто будет, ну, не понимать какие-то вот проблемы, которые существуют, вот. И поэтому он, наверное, не сможет быть настоящим как бы кандидатом, которого, за которым пойдут люди. Чтобы был хорошим человеком. Порядочный. А то есть, можно сказать, только для себя там. Самое главное. Берут к себе еще есть какого подсобных, грубо говоря. И также деньги зарабатывают и наплевать на всех. Ну, сейчас вот более-менее нормально так вот. У нас и русский такой, мы вот смотрим его постоянно. Вот мы так только вот, идем говорим, требовательный такой молодец. Деловой он такой мужчина.